Привет, дружище. Ты хочешь научиться стрелять по голове? Ты хочешь научиться делать мозголома? Тебе надоело, что у тебя все время не проходит урон? Я расскажу, как это сделать при помощи мишенек и полигона. Уже было миллион видео, как повысить свой аиминг, вплоть до какие мышки использовать, DPI, как держать кисть правильно и так далее, и так далее. Я хочу сказать честно, что Warface это такой рандомный шутер, что может тренировать свою реакцию в 400 кг, но в конечном итоге стрелять лучше не начнешь. В чем проблема? Проблема в динамике и физике полета пуль. И для того, чтобы научиться стрелять с того или иного оружия, я рекомендую использовать мишеньки для полигон. И во многие топ-кланы альфы, лановые кланы, первым делом, если туда мало ли захотите попасть через там подпольные пути, вас обязательно спросят, сколько мишенек вы выбиваете. Хороший показатель для штурмовика на Браво, на сервере Браво, хороший, да вообще, в принципе, хороший показатель для штурмовика, это в районе 16 мишенек. Инженер 17, снайпер 15 и медик 17. Если вы убиваете такое количество мишенек, это означает, что в большей части пуль вы стреляете в голову. И это хорошо. Таким образом, тренируясь каждый день, так, набивая мишеньки, вы поднимете их. Поначалу у вас будет 8, 10, 12, 13, потолок 14. Если вы будете задрачивать одно и то же оружие каждый день, по несколько часиков пробивать, рано или поздно вы научитесь стрелять лучше. И ведь согласитесь, движущейся мишеньке попасть в голову гораздо сложнее, чем живому противнику в игре. Не всегда, конечно, но зачастую, если вы сможете набить 18 мишенек с инженерского оружия, это значит, что вы можете легко ставить мозголом. Конечно, вы можете сказать в этом видео: «Сократ, я набил на полигоне 8 мишенек, но в игре я постоянно делаю мозголомы». Честно? Не верю. Не верю. Если вы делаете мозголомы на ПКшниках, ну ладно. Но во время игры динамики за доли секунды пробить, ну я не говорю про рандомные мозголомы. Я говорю стабильные мозголомы. Для этого, ребята, тренируйтесь стрелять по шишечкам. Да, и напишите в комментариях, сколько мишенек вы выбиваете. Мне, если честно, интересно понять, сколько ребят выбивают больше 15. Ну, поверю вам, положа руку на сердце, поверю вам, без доказательств скринов или видео, но... Да, спасибо. Спасибо еще раз за просмотр, спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал.